Открытый диалог на сложные темы. В ульяновских школах, колледжах, техникумах и вузах продолжают проходить уроки политинформации. Главная тема – текущая ситуация в мире и связанные с ней исторические события. Особый разговор о таком понятии, как геноцид, намечен в учебных заведениях на 19 апреля. Подготовка к серьезному разговору идет постепенно. Тематические уроки проходят на протяжении нескольких недель. Говорят о братстве народов, о мире и о тех, кто стоит на его защите. Отдельная тема – антироссийские санкции, их влияние на отечественную экономику. Об этом вели речь с десятиклассниками лицея номер 25. Обычно уроки не нацелены на это, но мы все равно находим время на то, чтобы это обсудить и высказать мнение. А также наша учительница всегда объясняет все и помогает нам определиться. Обсуждать геноцид будут всей страной. На федеральном уроке 19 апреля вспомнят тех, кто пострадал от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. Мы услышим мнение современной молодежи и будем работать с каждым индивидуально, чтобы это мнение, если оно отрицательное, мы хотим его поменять. Мы сделаем так, что любой представитель нашей современной молодежи знал, что геноцид – это плохо. Наше государство очень многонациональное. И мы должны ценить и как бы разъяснять. Неважно, какой ты национальности, неважно, какого ты вероисповедания, важно, что ты человек. Человек, который стремится жить в согласии с другими людьми. Обо всех этих важных вещах на основе реальных событий. Урок-реконструкция, подготовленная командой педагогов, историков и психологов, принесет ребят в ситуации, происходившие в аджимушкайских каменоломнях, в деревне Хацунь Брянской области и в блокадном Ленинграде. Гульнара Шарипова, Александр Расохин и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.